Всем привет, друзья! Вы на канале Like It Round Mix. На этот раз украинские символы и традиции покажет нам красивый народный танец с названием «Маруся». И, конечно, представляет его Народный художественный театр танца, образцовый хореографический ансамбль «Нюанс». Танец рассказывает о чарующей красоте юной украиночки Маруси и сравнивает яркую и впечатляющую красоту всех украинских девушек с нашим народным украинским символом – растением калина. И живопись, и литература рассказывает, что в каждом украинском дворе обязательно был куст калины. Ее ягоды обладают сильными и целебными свойствами. А впечатляющую красоту создает контраст ярких, прямо горяще-алых ягод в окружении темных листьев на фоне белых стен украинской хаты. Такой же яркий контраст представлен в украинских костюмах участников композиции, и мы смотрим выступление средней группы ансамбля. Типичный ансамбль «Нюанс» – «Маруся».